атаки по центру. Спартаковская оборона сейчас дала сбой. И что тут арбитр показывает? Пенальти зарабатывают армейцы. Ну, армейцы так будет пробивать. Ну и гол забивает. Тут классика жанра по разным вратарям. Вступил в обидном эпизоде при выходе из обороны сейчас. Мяч теряет. Армейцы продолжают гнуть свою линию левым флангом, атакуют и забивают третий гол. Да, смотрю я на бокового, не был поднят флажок, и так и есть мяч. Разделкин подключил Цыганкова, и Цыганков получил передачу штрафной, можно решать. Гол, гол забивает Спартак. Есть. Разящую атаку и уже вернуться в игру. Ну, а вот такие обрезы нам совершенно не нужны. И сейчас гол забивает, красивый гол. Забивают армейцы, да. Ну, сейчас есть вариант на правом фланге, туда и передача идет на Айвазянца. Заброс, удар головой, пятый. Пятый мяч забивает. ЦСКА посыпал, теряет в итоге. ЦСКА снова нашли брешь в обороне. Чалов там решил шведой пробить, и что, забивает гол? Да, это что-то невероятное.